Всем здорово, народ! Сегодня мы будем покупать BMW E34, наверное. Посмотрим сейчас на рынке. Я, наверное, свой дом сейчас, машину, вернее, свою продам сейчас. Снять все. Бля, у меня штрафы, народ, ёпта, быстрее. Мне надо, чувак, тачку. Я хочу сегодня тачку купить, кстати, народ. Вот, поэтому мне сейчас надо штрафы оплатить. Я сейчас плачу штрафы. Схожу в банк. Куплю BMW себе. То надоело кататься на этой тачке. Оплатить все нарушения, 20 косарей. Так, у меня там просто это автобус сломался. Взорвался по привычке. Ну, то есть не по привычке, а там чисто случайно так случилось. Бля, вот чувак врезался в меня. Так, сейчас мы пойдем на рынок, купим тачку. Тем более там она немного затюнена, поэтому я все-таки куплю. Для начала пусть такая, пофиг там что за номера, мне все равно, в принципе, на данный момент, что там за номера. Так, народ, сейчас встаем сюда. Салон. Так, сейчас мы сюда встаем. Сюда встаем, пацаны, и в салон. Да пошли вы все. Сейчас 6 кусков получается. Выставить надо. Так, я продал свой транспорт за 56к, и идем брать деньги в банке. Так, и снять, сколько снять? Давайте 200к снимем. Все, народ, я снял. Идем покупать BMW. Покупать BMW идем. Вот тут, как видим, тоже BMW есть. За 900, за это. Так, народ, вот. Короче, вот этот BMW купим мы. Я хотел уже давно купить себе BMW. Да. Вот, короче, мы купили 525-ю, я... Е34-ю, народ, наконец-то, все. У нас теперь есть тачка. Бэха. А то я на этом ВАЗе ездил, но уже давно хотел поменять тачку себе. Пусть будет такая для начала. Вот такая тачка. Так, ну, кстати, там характеристики, я не знаю, в плане какие там норм у нее или не норм. Ёпта, она вообще подрезает всех. Вот, в принципе, такая бэха. Так, давайте это... О, фары неоновые. Тут, в принципе, затюнена она нормально так. Валит так. Вот только у нее вот это пассажирское сиденье. Ой, пассажирское, это водительское кресло, видите, не затюнено тут слева. Видите, как выглядит, если на шестерку нажать? Вот как все. А, ну, в принципе, нормально. Вот такой, видите, движок тут. Нормально так валит. Сейчас, короче, народ, это. Итак, я деньги в банк положу, наверное. Так, вот такая бэха. Надо ее подзаправить еще. Но это больше делает. Видно сразу. О! Ладно, поехали, народ, к этому. Блин, что она зависла-то у меня? Так, поедем сейчас тогда. Это характеристики ее сменим. Так, а что у нас тут? Я вообще ни разу просто тут не был, поэтому интересно. А, тут мотоциклы продаются, нормально так. Такая бэха. Так, ладно, поехали. На рынке купили тачку, все, теперь... Теперь можно пойти и поменять характеристики. О, вот так она.
Ну так нормально, зато это не надо платить лишние. Вот дисочки хоть стоят нормальные такие, в принципе. Да и тут и это стекла тоже. Так, в общем, что я хотел сейчас сделать? Это. Сейчас. Так, давайте подзаправимся тогда, малёха. А вот. Подзаправимся. Где тут заправка-то? Насчет характеристик, народ, я так сильно не шарю в них, в принципе. Вот. Ну так, немного, может там что-то знаю, но не особо разбираюсь в них. Так, мой транспорт закрыт, нормально. То есть, о, стекло вылетело. Как он, интересно, поставил? А, нет, он не поставил. Так, сейчас наби. Титле. Максимальная скорость 170. Use max limit. Титле. Давайте так сохранить. Description. Что это такое? Так, давайте вот этот. Годите, чем-то они отличаются вообще? Просто хочу посмотреть. 1.1.1.5. Просто. Нет, по-моему, такие же настройки, просто. По-моему, те же самые настройки, народ. Так, сейчас. Подвеска вот такая тут получается, а тут просто я не знаю, может тут другая все становится. Ладно, не суть, короче, народ, вот тут давайте. Ускорение 60. Сколько можно поставить? 60, так и стоит, полный. Угол поворота, ага, максимальное количество передач, кузов, ходовая масса, смещение тормоза. Народ, вообще насчет вот этого... настроек машины, вот посмотрите и скажите в комментариях, как правильно настраивать, или может как-то в игре спишемся, чтобы вы мне как-то помогли, не знаю. Вот поэтому я вообще просто тут не понимаю ничего в этом. Ну, в принципе, понятное дело, тут ускорение лучше ставить, так чтобы быстрее она разгонялась, масса ходовая, в принципе, это, чтобы она так не летала, расстояние до водителя. Максимальный урон множителя. Тут получается, чем меньше, тем лучше. Я вот это я знаю. Но тут почему-то у меня не меняется она. 2.0.41. Вообще не меняется. То есть не меняется у меня вот это. Не меняется. Что-то не хочет меняться. Не хочет меняться у меня почему-то. Полный привод. Кстати, для каждой тачки, как я понимаю, надо разные настройки. Или, может быть, она настройка подойдет для всех. Вот вы тоже в комментариях мне напишите, скажите. Расстояние до водителя, это что, я вообще тоже не понимаю. А, типа ближе, чтобы он к рулю, наверное, сидел. Центр массы. Ну, тут, как понимаю, множится сцепление, убыток сцепления. Тут, как я понимаю, надо, чтобы они были наравне. Замедление тормоза уменьшает скорость вашего транспорта. Ну, это резко тормозит, как я понимаю. Жесткость подвески 1. Жесткость подвески. Угу. Так, понятно. Народ, погодите, я тут хочу кое-что проверить. Как гидравлика-то работает? Гидравлика не работает. Я не знаю, как гидравлика-то работает.
Давайте попытаемся с такими настройками подрифтить, посмотреть сейчас. Сначала разгон посмотрим, какой у нее. 206. Давайте подрифтим, посмотрим сейчас. Блять, сейчас. Ну, в принципе, нормально так. Блин, только я разгоняюсь быстро. Так, бочком, бочком. Оп! И один из кусков срал, просто всрал. Лол. Глядите. Оп, Хасан какой-то мне пишет, братишки. Погодите, я еще подрифчу тут. Оп. О, братине. Так. За столб не считается, как я понимаю, за это. За урон. Стена считается, да? Наверное, все-таки настройки все-таки у меня все равно херовые, что она так дрифтит. Она должна скользить по этому. По дороге, а она мне не скользит. О. Не скользит она мне по дороге. Сейчас. О. Не скользит она мне по дороге. Все-таки настройки херовые. Ну вот, народ, посмотрите там, какие у меня настройки. Что мне там прибавить, снизить, я не знаю, там. Как бы, кто шарит в этом, напишите, может, кто поможет разобраться вот в этой, чтобы я шарил, как там настраивать тачку. Так, мне кто-то там написал, погодите, чуваки, кто-то там написал мне что-то. Продам. Давайте напишем ради прикола, сколько. Он нам всем заспамил тут чел. Продает тачку нам какую-то. О, нет, братья, спасибо. У меня нет таких денег. Нет таких денег. Ладно, погнали, заправимся сначала. Может, масса добавить для нее, чтобы она это... О! Так, погнали, заправимся, малеха. Надо заправиться. Не, она должна как-то и надо замедление тормоза тоже поставить поменьше, потому что когда я дрифчу, она не это, она резко замедляет, ну резко замедляется. Так, давайте заправим тачку. 80 литров получается. Получается. Сколько она жрет, интересно. Я думаю, мало жрет. Надеюсь на это. То у меня вас, сколько он там ел там. Ну, не так уж и много. Там было в баке 73 литра вмещалось. Тут побольше чутка. Ну, блядь, не получается что-то. Опа. Вот так вот. И... бачком. Можно таксистом поработать на BMW, посмотреть, сколько я буду это. Сколько я буду ездить на ней, ну, быстрее. Блин, 2 литра уже съела, в принципе, ну. Да тут, в принципе, автобусником поработать, так. И. Оп. И все. И окупится все. Оп. В дерево так раз и все. Дерево. Ну вот 204 от силы там. Не так много она делает. О, вот так она мне вертится. Но она все-таки надо подбавить там чутка, чтобы она быстрее так плавно. Плавно. Ну. Скользила по дороге.
О! Вот так вот. Ну, как-то вот так, короче, народ, была такая серия. Вы, народ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, можете писать в игру, буду рад. Покатаемся там, может быть, вместе. Там с настройками, может, поможете, кто хочет мне помочь. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите дальнейших видео. Всем пока. Get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke go. Any way that the wind blow, they know I gotta.